Первый казахстанский кроссвен. Вашему вниманию Kia Carnival 2022 3.5. Решетка, как улыбка тигра. Прям бешеная, смотри. Сдвоенные LED-туманочки, LED-подсвет. Блин, молодцы, Kia вообще покупают, очень круто делают. Как в современном автомобиле, здесь имеется дистроник, парктроники, камеры 360 кругового обзора. Выведено отдельно зеркало заднего вида, двухцветное, с камерой снизу и дополнительным поворотником. Обзор данного автомобиля, ну, он шикарен. Посмотрите на эти стекла огромные. Не знаете, что такое Goodyear? Фатальная ошибка. 19-й, легкосплавленные диски. Длина данного автомобиля составляет почти 5,2 метра. Вы скажете, давным-давно эта технология во многих автомобилях, но это прикольно. Открывание дверцы с ключа, с брелка. Вот эта линия продолжается как от переда до самого конца и переходит в монобровь задних фонарей. Также вы можете подойти к багажнику данного автомобиля с ключом, естественно, в кармане. Постоять буквально несколько секунд, и он открывается для вашего удобства. Также мы здесь имеем третий ряд сидений и огромное место для ваших вещей, несмотря на то, что третий ряд разложен. Третий ряд складывается легко и просто. Мы просто берем, тянем за это и берем. Соответственно, место багажника становится просто нереально огромное количество. Но тут уже лошадьми мерить можно, да? Также для третьего ряда у нас имеются отдельно подстаканники, USB-зарядка, выход по климат-контролю, то есть непременно для вас. Для вас свет, здесь его ремень безопасности. Также сзади у нас имеется прикуритель 12 вольт, две выемки для ваших вещей. Полик почему-то не очень удобно для нас был. В принципе, блин. А, сзади шторки еще имеются, для третьего ряда шторки еще есть. Ну, супер же, блин, ну, не автомобиль, а семейная мечта. Сервопривод багажника. Задний фонарь, как монобровь. Это, кстати, называется биение сердца. Карнивал. Карнивал. Это не карнавал, это вам не Рио-де-Жанейро, это карнивал. Дворник и омывайка спрятаны вот здесь, вон они, видишь. Рейлинги придают этому автомобилю вид, как у кроссовера, а не минивэна. Так и называется, кроссвэн. Вот эта вставочка, посмотри, как она классно смотрится. Как в этом, да, прям, ну, стиль Kia, ромбовидность такая. Мне нравится. А вам нравится? Напишите свой ответ в комментариях. Подпишитесь, ставьте лайки. Вам не сложно? Мне приятно. Пошел я машину помою, брат. Все, мой брат, сейчас протру. Сейчас, брат, родной, сейчас отвечу. Посадка Kia Carnival передний. Вообще, без каких-либо проблем. Она шикарна. Сиденье сдвигается автоматически назад для вашего удобства. Вы закрываете дверь. Сиденье сдвигается вперед. Ну что ж, поговорим о салоне данного автомобиля. Здесь мы уже имеем два 12-дюймовых бесшовных дисплея, которые очень информативны. Разрешения у них просто бешеные. Никаких бликов, ничего на них не попадает. Я максимально доволен этим дизайном. Итак, автомобиль у нас объемом с 3,5 куба. И передний привод. Хотелось бы полного привода, мне кажется, это было прям фантастически. Из минусов я хотел бы отметить только шумоизоляция заднего ряда, поскольку автомобиль все-таки кроссвен. Сзади очень слышны эти колеса, шум колес. Здесь все исполнено в черном цвете.